Смотри, 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 как крадется. Тась, кто там? Дина, кто там? Кто там? Опаньки! Здоровочки! Вот это вот сейчас жаришка будет на прогулочке. Вот это жаришка. Да, смотри, Джинка как подросла, заметь? Да. Вообще подросла, смотри, какая она стала, как Холли почти. Чего? А? Еще чуть-чуть, уже обгонит Холли. Ну, вряд ли она такая. Она, мне кажется, она как Холли должна быть, вот по росту максимум. Больше... Не, думаю, может, не крупнее больше. Не будет, все-таки это питбуль. А... Мама с папой у них не такие крупные. Холли, давай с Джинкой поиграйся, Тайсон. О, вот это встреча. Вот это встреча еще. Дуська. Здрасте. Привет, моя хорошая. Привет, Дуська. Привет, мордатая собака. Какая ты шерстяная собака. Джинка, ну-ка нельзя. Она варежка. Холи. Джинка, нельзя. Джинка за варежкой. Джина. Ой, Тайсон, мой хороший, умный собака. Как вас много-то, а? Да, пошли. А я уж... А вы домой уже? Холи. Дуйся. Что ты там принюхались-то все? У Дуськи. А, ну сейчас Тайсон пристроится. Щенков будем делать мордатых, да? Дуська? Мать приходит дома. Погода сделала ей там какую-то хрень. А что, она сама не облизывает? Да, она облизывает. А-а-а. Она даже без тренера не может щенков сделать. Ну, Тайсон такой же. Ему а что она жрет-то? Да, она хоть крыло. Какашку. Шо? Крыло. А. Крыло от воробья. Тайс, пошли. Эй, Тайсон. Все, надо брать, наверное, веревочку и зад. Дуська. Жаварка. Она мне, правда, уже все сделали. Малисенько. А это сверху такое. Видит и начинает да, нам охранник, предупреждать охранник, раньше охранник. Времени. Вот. Всех на место поставлю. Давай, Дуська. Колька. Ой, хорошая. Колька. Разогревай всех. Ой, пойдем. Да. Это не мы, это они. Ждем, пока они проснутся. Ну да, я сейчас. Я вешу сколько прошел. Давай, давай, Холька. Дина, ты что скучаешь? Ты что там разлаялась? Варежки. Давления нет. Я и говорю, я только что увидел, раньше Холли крупнее намного была. Вот когда мы с тобой да, неделю да, не виделись, да, где-то? Можно же две. Или две. Она маленькая была. Она ее прям весом вот так могла буху спихнуть. А сейчас смотрю, одинаковые почти. Да, Джинка, капец ты растешь быстро. Ой, как Тайсон будет. Здрасте. О, смотри, сколько собак. Не бойся, это Тайсон. Ой, это Холли. У нас собака уже домой ушла. О, давай, Джинка, догоняй. Дуська, ты тоже побегай-то.
Спят мои соседи. Молодец, женусик. Давай, 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 догоняй. Вон она, как олень уже прыгает. Скажи, нет, туда не пойду, там слишком глубоко. Да, Джин, пошли тогда вперед. Джина. Тася, ну ты пристроился. Джина, нельзя, вперед, 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 что такое? Давай, давай, соседи гуляй, я не тебе. Джина, плюнь, что такое? Орешки собирает, любит. Джина, я тебе сказал, нельзя. Фу, мусорщица, что такое? Ты смотри, а кого... Она к каждой фигне, вот, которая лежит, подбегает и нюхает. Ну а подбирает вот шишечки всякие, орешки. Ну шишечки-то ладно, но она там туда не брала. А ты их все постишь, да? Не запостил? Нет, да? Джинка! Джина, тебе сейчас за нас упустит Джина, ну-ка. Не, она это... Батюшка. Лучше вот так не поднимать, а то она прыгать начинает. Игнорировать надо. Да? Колька? Джина Лабырджиду назвал. Как ты ее так придумал имя? Как? Дим. Это какая-то голливудская артистка. Джина... А, Карана. Джина Карана. Честь. Бойца ММА. Девушка есть такая. Да. Дратюня. Понятно. Тайсон в честь Майк Тайсона. Ну, это понятно. В честь этого. Джины Карана. Брат подсказал. Я не знал. Да, он и Тайсона обалдел. Подсказал. Ну что, не трясешься? А что им трястись? А вроде нормально так, не особо. А? А Колька раньше же игнорировала. Она больше Тайсона играла. Ну да. Что-то она сколько не хочет играться. Вон, теперь смотри, Холька, Джинка к ней, да, пристает? Да. Прошлую прогулку Холька ее валяла, а теперь Джинка, она с ней не хочет играть что-то. Джинка, Холька, давай с Джинкой поиграть. Что ты? Волнение. У нее такая морда, смотри. Седая. Колька, покажи свою морду седую. Бегу. Тась такой же был. Да, Тайсон? Он когда папа иначе... О, смотри. 25. Да ты чего? Да. А вот в мае будет 25. Да. О, на горизонте собачка. Туда, да? Ника. Кто? Ника Скорейкил. Девочка? Да. Ну, ладно, что-то они это боятся к нам идти. Джинка, иди. Ну, правильно, потому что много собак. Сейчас Джинка на разведку пойдет. Здрасте. Здравствуйте.
Как ее Ника зовут? Да. А, угадал ты, Санек. Много. Дуська, тебе что, я Ника не интересна? Ну, вяжут. Дуся не вяжут, а это вяжут. А, до свидания, пока-пока. А мы туда, направо, на большой круг. Вы налево? Ну да, ну бери ее тогда. А, вы направо? Да. Я тоже ненадолго беру. Коля. Десять минут наснимал, хватит. А то рука замерзла.